Добрый день, друзья. Меня зовут Роман. Приглашаю вас в банный клуб «Здраво». Приходите, отдыхайте вместе с нами в отличной компании. Вот. И по традиции познакомимся. У нас всегда новые люди, поэтому пару слов о себе. Меня зовут Добрый Роман, я предприниматель. У меня юридические услуги для мигрантов с недавнего времени. Мы готовимся к банному клубу «Здраво», готовим веники, готовим фрукты. Рома у нас один из главных вдохновителей для того, чтобы мы все собрались. Так что сейчас приготовим званый пир и пойдем в баньку. А я сейчас тебе, дорогая, покажу, как готовят веники. Мы берем с вами большой пакетик, вот такой целлофановый пакет, и замачиваем тепленькой водичкой. Наши венички. Берем березу, но у меня уже заваренные и дубовые венички. А также можно взять эвкалипт, а еще и травки, разные травки, какие захотите. Ну что, гости дорогие, пойдемте париться в баньку юрта. В таком интересном этническом месте можно посидеть и после парения почувствовать себя в темноте, послушать, как звучит печка, как веники и веники шелестят, и огоньки в печке трещат, и просто успокоиться, сделать спокойный вдох и выдох.